Привет! С вами Тору, вы на канале Nissan Race, и мы продолжаем прохождение One Punch Man и отправляемся в штаб Содружества. Там у нас остались еще какие-то спецзадания, помимо основного сюжетного. И вот их попытаемся выполнить заодно и прокачаем немного отношения с героями. Как показывает практика, за это можно получить какие-нибудь плюхи. Так, вот они, особые. Работа для джентльмена. Надеть форму группы Вьюга, да вы издеваетесь. Да-да, тогда этим потом займемся. Поимка сбежавшего заключенного. Из тюрьмы сбежали несколько заключенных. Их предводитель — жестокий и опасный преступник. Выследите их и арестуйте как можно быстрее. Защитите простых горожан. А почему здесь не... тот самый парень? Который это... пылающий, простите. По-моему, это задание для него, раз уж тут сбежали. Я думал, он будет заниматься их поимкой. Эй вы, стоять! Вы беглые преступники в розыске! Опа, легавый что ли? Да вроде не легавый. Велосипедист на страже порядка. Лихач без прав прибыл. Беглые преступники? Чего, неожиданно, да? А ну брось! И не шевелись, герой, если тебе жизнь заложника дорога. Помогите. Подлый трус. А теперь прочь с дороги. Заложника отпустим, когда свинтим отсюда. Но если ты хоть моргнешь, все, крышка. Нет, я не хочу умирать, прошу вас. Блин. Думаешь, что делаешь, герой? Жизнь человека на волоске. Стоп. Возьмите лучше меня в заложники. Ты чего? Ты что, идиот? Что нам с этого будет? Ничего. Разве что одно. Шанс отомстить героям. Хм. Моей жизни вам что, недостаточно? Ну, что скажешь, братан? Хм, шанс отомстить героям. А хорошая мысль. Я за. Я и в тюрягу-то загремел только потому, что меня туда какой-то герой упрятал. Я все время сидел и думал, как бы вам героям отплатить за это. Братан, да ты мозг. Меня ведь тоже герой посадил. Давай возьмем его в заложники. Зато Тян спасли. Да я спас. Да, каждый герой стоит как может, однако. Ну ничего, сейчас, думаю, Хими придет и быстренько с этим делом разберется. Или попытается. А ты кто? Дружку помогать собираешься? А если мы не сможем сбежать, заложник сдохнет. Мы вроде ясно выразились. О, хорошо, что ты здесь. Обо мне не беспокойся. Главное, этих двоих задержать. Лихач без прав, ты чё, самоубийца? Думаешь, герой может стоять сложа руки, если видит зло? Вы все идиоты. Скорее, задержи их. Думаешь, ты сможешь меня побить? Ну покажи, что ты умеешь, мошка. Не, ну это было зря. Это было очень, видимо, зря. А, и он один. А, второй же держит нашего верного напарника в заложниках, точно.
Ай. Понял. Справедливенько. Остается мне второй, все-таки подойдет. Но чуточку позже. Ну, по крайней мере, с одним разобрались. Ну уж нет. Как мой брат мог продуть, не пойми кому. Вы теперь никуда не сбежите. Лучше сдавайтесь сами. Вот пакость. Подло. Это было подло. Это было подло, да. Заложников брать не подло, а вот это было подло. Так, у нас тут, надеюсь, перенесется в этот бой. Принесутся накопленные очки навыков. Потому что нет, не перенесутся. Блин, знал бы, того бы добил спецприемом. Блин, вот после каждой атаки такая задержка. До того момента, пока ты сможешь уклониться, это просто жесть. Это максимально странно. Ты делаешь несколько ударов, а потом просто стоишь истуканом. Потому что ни удар сделать ты не можешь, ни уклониться ты не можешь. И... это странно. Уф, узнаю эту технику. А, опять по лицу. Прием-то вроде бы хорош, но... с другой стороны... меня постоянно в нем затыкивают. Постоянно. А все, серия ударов прошла, он был в блоке, и пожалуйста. Так, погоди немного. Так, стой, сейчас будет месть. Должна быть месть. За прошлую неудачу. Справедливо. Отличная командная работа. Давайте скажем, чтобы он не нервничал, что ли. Считаешь, я был неосторожен? Наверное, да. Пойду теперь сдам этих двоих в полицию. И спасибо за помощь. Когда-нибудь я тоже тебе помогу. Ага. На то у меня это... лапки. Пятнадцать рейтинга, спасибо. Такими темпами я и... класса скоро апну, ага. Угу. Будет что-нибудь новенькое? Нет. А, кто-то решил в комнату заглянуть. Ну, давайте посмотрим, кто это и что вкусного он нам принес. Так, это что? А, здравствуйте. Я просто погулять вышел от скуки. И столько чудовищ встретил, прям поверить не могу. Сочувствую, брат, сочувствую. Ну, это стопудово тигрик к нам пришел, потому что кто еще мог? А больше-то друзей у нас нету. Ну, именно героев, с которыми
Химия задружилась. Только тигра в майке. Или не тигра в майке. Короче, кто-то в майке. Да, он, как я и думал. Дела у тебя идут в гору, я смотрю. Давай прославляйся, и братишке моему будет слава. А заодно и мне тоже. Вот, держи, в знак хорошего отношения. У нас с тобой что-то вроде симбиоза. Так, давай подружимся. Чашка, поспешишь, людей насмешишь, а? Спасибо. Чё-то он слишком часто стал к Химе домой захаживать. Не нравится мне это. И да, сразу надо сменить костюм на вьюгу. Раз уж оказались возле раздевалки. Так, где оно? Не, ладони, однозначно лапки. Ну и это тоже не трогаем. Ну ладно, поехали. Попытаемся выполнить то задание с вьюгой. Так. Ага, это у нас сюжетное выходит, так? Но сейчас нам нужна работа для джентльмена. В городе произошла серия ограблений, жертвами которых становились хорошо одетые люди. По сообщениям, при нападении используются некие боевые костюмы. Возможно, миссию в штабе Содружества... Возьмите миссию в штабе Содружества и отправляйтесь к месту происшествия. На миссии вам будет содействовать другой герой. И мы получим убийственную ярость. Ну, давайте. Хотя с вот этим героем я так же, как и с зэком, не хотел бы встречаться. Они чем-то похожи. Они очень разные, но в то же время они очень похожи. По крайней мере, тем, что с ними не особо хочется встречаться. Да, и музыка. А, снова ты. Эта одежда очень тебе идет. Стильно. Так что, займемся делом? Наша цель — бандит, который ворует кошельки и прочие ценности у людей в дорогих костюмах. В этом районе таких краж было уже немало. Значит, мы на его территории. Не озирайся по сторонам. Мы должны выглядеть подходящими жертвами. Да, конечно, у Химе же лапки. Вылитая жертва. Славный костюмчик. Во что он тебе обошелся? Бесплатно подогнали. Гони сюда кошелек. А еще часы, кольца, цепочки и все такое. Зачем? Почему? Да потому что грабитель я, вот почему. Слушай, мешок с деньгами. Мы оба знаем, ты без кошелька не беднеешь. Так что давай его сюда. Увы, но когда зло стоит перед тобой... Ответ может быть лишь один. Эй, вы что, герои? Хотя без разницы. Мне деньги нужны, так что гони бабло. Есть только бита. Работа для джентльмена. Еще бы. Особенно если пострадали женщины в дорогих костюмах. О. Пружина уз, господи.
За что мне такой напарник на этом задании? А все так хорошо начиналось. Ага, их двое, понятно. Да погоди ты. Погоди, погоди, говорю. Понимаю. Вообще понимаю. Очень понимаю. Так. Ну что, давайте с одним хотя бы закончим. Если получится. Нет. Вот. Сука, да чего же меня вот этот момент бесит-то? Сейчас, погоди. Это еще не конец. Совсем не конец. Понял. Так, и у него там это пробуждение, как бы. В смысле, другая форма. Так. Но вот ему нужно точно отомстить за неудачу в первый раз. Или нет. Просто с прогиба. Так, кстати, об этом. А, чё-то КПшка-то проседает. А можно мне выйти? Ну выйти, говорю, мне можно, не? О, вот это было хорошо. И сейчас, если мы промажем, то... Смерть. Нет, все, хорошо. Возможно, это даже победа. Нет, не хватит урона. Ладно, пружина уст, давай. То что-то химии наваляли, выбрасывала нету. Я понял, почему он настолько силен. Он суп в майке. Все-таки это была правда. Тигры не врали. А точнее, маячники. Значит, она на самом деле дает преимущество в бою. Как ни крути, это похоже на правду теперь. Просто две попытки использовать ульту и... А, два раза получено по лицу. Отлично, отлично. Могу, умею, практикую. А, чашка за дружество героев. Угу. Я проиграл. Даже в боевом костюме. Вот черт. Даже грабить теперь не смогу. Увы, но похоже на то. Меня отовсюду выгнали. Я решил, что пойду в мафию. Оттуда меня тоже выгнали. Тогда я решил, что буду в боевом костюме грабить прохожих. И чем все обернулось? Соболезную. Из сострадания я даже вызвал за тобой полицию. Все кончено. Из мафии выгнали. Сам я ни на что не годен. Некуда мне податься. Лучше убейте меня. Умоляю. Вы ж герои, правда? Так спасите меня. Избавьте от страданий одним ударом. Да не.
Давайте, не шучу. Последнее слово будет? Целая речь. Но если я начну говорить, мы до ночи тут проторчим. Ясно. Тогда закрой глаза. И раз... Костюм? Мой боевой костюм! Как ты и просил. Один удар. Нет больше грабителя, недотёпа. Остался просто человек. Чего? Это моя визитка. Выйдешь из тюрьмы, приходи ко мне, если некуда будет податься. Это самое обычное кафе. Там всегда нужны люди, чтобы мыть тарелки. Ты настоящий герой. Спасибо, герой. Дешевая рабочая сила. Что ж, дело сделано. Хочешь, пропустим по стаканчику по пути домой? Мой друг-герой, Золотой Шар, знает один классный бар. И я хочу тебя туда пригласить. Чё-то не первый раз химию пытаются споить. Не нравится мне это. Держись, Хими, держись. Так, мы навык должны были получить, да? О, все, друг. Хорошо, их уже двое. Изучен убийственный прием, убийственная ярость. Ага, понятно. Пригодится. И у нас оставалось последнее задание. Вооруженные разборки. Ага. Уничтожьте сильного монстра, который недавно появился в городе. Вероятно, это чудовище представляет серьезную опасность. Отправляясь на место происшествия, обязательно возьмите оружие. А, да есть оно у меня. Твоя очередь. Думаешь, если голыми руками меня не возьмешь, оружие поможет? Ну ладно, попробуй победить меня этой палкой, если получится. А у самого-то катана, я смотрю. Вот, кстати! Вот это я хочу! Надо бы, кстати, затестить новый этот прием. Так, вставай, самурай! Бу. Не, ну, конечно, хорошо, но где урон? Его что-то не видно было абсолютно. Даже с палкой ничего не вышло. Ты просто ничтожество. Тебе конец. В смысле, с палкой ничего не вышло? Вообще-то вышло. Конец? Этот путь только начинается. Самурай? Во, возможно, мы что-нибудь откроем новое. Наша новая знаменитость уже здесь. Атомный самурай. Эй, ты там. Смотри внимательно. Сейчас я покажу, как ставить зазнавшихся дураков на место. В этом и заключается мастерство меча. Так, возможно, новый стиль боя откроется. А все-таки он не один здесь, кто пользуется катаной. Еще один паренек был. Ну, не факт, что именно катаной, но именно холодным оружием.
Да, вот этот стиль боя я хочу себе. Определенно. Определенно, да. Дайте. Дайте, дайте. Запомни, клинок всегда сильнее кулака. Ну да, ты классно фехтуешь. И нет ничего, что я не смог бы разрубить. Следуй путем клинка, и однажды ты сможешь сказать то же самое. Я уже готов следовать, дайте мне только его. Но если ты хочешь оказаться в числе сильнейших героев, подумай о пути клинка. Блин, было бы неплохо, если бы подогнали новый стиль боя. Вот это было бы по-настоящему хорошо, потому что чё-то мне зашел вот этот стиль. Ну он куда быстрее, чем вот этот медленный, сбитый. Он очень медленный, очень. Максимально. А силовой еще, наверное, медленнее, я не помню. А давайте проверим. Атомный самурай. Знакомство укреплено. А будет ли новый стиль боя? Так, хорошо. Да, открыт новый тип боя. Оружие тип B. Изучен убийственный прием острый флэш. Изучен убийственный прием тройной удар. Вот. Так, в городе герой там появился. И в комнате кто-то шарится. Ну-ка, пойдем заберем плюху. Вот этого стиля боя я и ждал. Сейчас это докачаем и, возможно... Возможно, именно ее... Нет, нет, нет. После этого будем силу качать, а там уж будет видно. Нужно как-то придерживаться порядка. Кажется, мне этот стиль боя будет самым таким для меня подходящим, поэтому оставлю его на финал, где, думаю, будет посложнее. Так, ну, друзей у нас двое, так что теперь неизвестно, кто может заскочить. А, все ты. Понимаю. Мне сказали, что ты живешь поблизости, и я решил зайти. Принес тебе кое-что для повышения маечного потенциала. Знак дракона. Ну, спасибо. Пригодится. Ну вот, потихоньку ходят, таскают плюхи. Дело полезное. Ну, ребята, на этом мы эту серию закончим. Спасибо за просмотр и пока!